Шанти Шанти РФ. Еще одни функциональные носки Ластинг. Я прям с них смеюсь. Так, тонкие, аэрируемые антибактериальные трекинговые носки, сделанные из специальной четырехканальной влагоотталкивающей фибры Кулмакс, благодаря которой влажность быстро устраняется из носка, тем самым увеличивая физическую производительность и комфорт. Ваша мать, как это физическую производительность улучшает? Вы что, там больше ведер воды перенесете? Ладно. Ладно. Так, я помню, что здесь нужно вниз дергать. Ура. Вот, а что, носочки, кстати, прикольные. Они невысокие. Ну, предположительно, они, правда, с серебром. Это уже больше подходит под кроссовки, под лето, потому что не будет слишком сильно вам сверху торчать и мешаться. Под шорты, например. Кулмакс. Вот он влагоотводящий тот самый. Интересно, что он вообще похож по своей текстуре, вот пока он новый, не коцанный, на холофайбер, на прималофт, вот на что-то такое. То есть он похож на неносимые утеплители, да? Хотя является ниткой. Все такая штука интересная. Это нормально, он захватывает влагу и отводит ее непосредственно. Небольшая выточка по местам сгибания пальцев. Под носками вязка чуть-чуть другая. Ну, отличие, в основном отличие в цвете, но как будто чуть-чуть поплотнее здесь. Пятка при этом дополнительно никак не артикулирована. Резинка выглядит мягко и приятно. Ну что, носки под кроссовки, чтобы особо не торчать. Может, немножко они и сползут. По идее, не должны вонять. В общем, вся вот эта линейка носков, которую мы сегодня снимали, ластингов, это все носки мужские, одна штука. Тонкие, тонкие, низкие, прикольные, менее тонкие и махровые. Вот они прям обычные носки, без выкрутасов по цветам, по фасону, ничего странного, ничего неожиданного. Можно рекомендовать просто их спокойно брать. И вообще, носки ластинг прикольные, их хреново килотонна, мы в них сами теряемся. И поэтому мой всегда совет с носками, выберите то, что вам просто визуально понравилось, возьмите по паре, от этого уже дальше отталкивайтесь. Потому что кому-то хочется тонкий, а нравится толстый. Кому-то хочется с тонким верхом, а нравится в итоге с толстым. Потому что, ну, блин, ботинки разные, ситуации разные. И я слышал диаметрально противоположное мнение по одним и тем же материям. То есть носками только так брать, заказывать и пробовать.